Всем здорова, дорогие друзья, с вами Костя Флейзин, и сегодня мы находимся в игре GTA 5, чтобы провести небольшой экспериментик. Сможет ли одна из этих самых крутых тачек перелететь всю карту GTA 5? Ребята, чтобы вы понимали, карта GTA 5 это... Вот это все, ребята. Это просто, мне кажется, нереально, но сегодня мы это проверим, так как эти тачки напичканы просто офигительным тюнингом, и они едут за выше 1000 километров. Это просто жесть. Конечно, это нереально, но в GTA 5 у нас все возможно. С помощью вот такой вот офигительной большой и очень длинной рампы, которая просто никогда не заканчивается, ребята, это просто жесть. Мы сможем перелететь эту карту. Блин, это просто, конечно, очень жестко. Так, ладно, давайте познакомимся с нашими тачками поближе. Значит, первая тачка — это у нас Бэтмобиль из фильма «Бэтмен против Супермена». Это очень крутая тачка. Она, конечно, ну, не едет 1000 километров, но попробуем сегодня ее разогнать. Потом Ламборгини Хуракан, идет такой прикольненький суперкар. Потом идет Мерседес М-Вижн, вроде как, да. Это... M-Vision GT, это очень крутая тачка из будущего. Потом McLaren P1, BMW i8, идет Aston Martin, естественно, вроде как второй Aston Martin, а Porsche, наш любимый, Mercedes и Lamborghini Terza. Очень прикольные тачки, надеюсь, то, что одна из этих тачек сегодня перелетит. И давайте уже возьмем нашу первую тачку, будем идти по порядочку. Это у нас, получается, Batmobile. Это очень крутая тачка, так садимся. И, кстати, давайте даже звуки немножко погромче сделаем, потому что что-то их особо-то не слышно так, и... Вау, ничего себе звук, офигеть. Так, ладно, ребят, мы уже, в принципе, готовы, и... Жесть. Ладно, погнали, ребят, вау. Тихо, все, разгоняемся, так. 200 километров, так, давайте... Так, 300, так, сколько? Мне кажется, 500 вот будет точно. 500 будет точно, так, давайте бустецкого дадим ему. Вау. Так, 800, так, еще буста. Вау, подлагало даже. Вау, офигеть, просто вся карта не прогружается, и у нас Бэтмобиль, в принципе, долетает до клуба. Так, в принципе, вот, все. Воу, тихо. В принципе, он долетел у нас до сюда, вот, он тут врезался уже, и, в принципе, его тут, и, ребята, и оставляем. Ну, а мы уже, ребят, переходим к нашей второй машине. Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких, как ты, 87%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее решать. Так что давай, поиграем с тобой в маленькую игру. Условия очень простые, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Если у тебя кнопка подписаться горит красным светом, то быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. А если еще лайк под видосом нажмешь и колокольчик поставишь, то ты автоматически выигрываешь и становишься самым крутым. Так что давай, братан, я верю именно в тебя и верю в то, что ты сможешь подписаться, поставить лайк и поставить колокольчик. Давай, братан, я верю именно в тебя. В принципе, мы уже переместились с нашей рампы, уже готовы тестировать следующую машину. Это у нас Lamborghini Huracan, который, мне кажется, порвет все и вся. И давайте, ребят, так, поедем сразу же и... Вау! Так, нормального бустецкого такого дадим. Так, 300. О, чё, Huracan медленнее едет? Так, давайте вот прям жесткого такого бустецкого дадим. Так, 1000 километров. 1000 километров. Сможет? Нет? Вау! Офигеть! Ну, тут уже реально лучше, чем Бэтмобиль, но не нас... Ну, не намного, я бы так сказал. Так, но здание, наверное, да, прилетим? Кажись, даже прилетим. Да, мы перелетаем, кажись, это здание, хотя... Куда Huracan упал? Так, давайте возьмем нашего Майкла. И Huracan. А где Huracan? Где Huracan, ребята? Что за... А вот Huracan. Ладно, его, в принципе, тут оставим. И давайте, ребят, перейдем к нашей третьей машине. Так, ребята, короче, следующая тачка — это у нас тачка из будущего. Это M-Vision GT. Мне сказали, ребят, то, что она очень резвая. Так, ну это видно сразу же. И давайте, ребят, так, немножко спускаемся и все. Поехали! Вау! Офигеть! Так, 400, 500... Вау, чё, давайте еще бустецкого дадим. Вау, тихо. Нет, перевернусь. Да ладно. Вау, чё за бред. Вот это лайкусик, ребят, надо точно поставить. Но мы, конечно, там очень жестко перевернулись. Но, блин, это было жестко. Это реально было жестко. Я надеюсь, каждый сейчас поставит лайк, потому что, ребята, блин, это реально было достаточно жестко. Так, ну мне вот все же интересно, ребята, какая тачка вообще перелетит вообще карту GTA. Напишите тоже, ребят, в комментариях, как вы думаете. Ну а мы же, ребят, переходим к нашей следующей машине. Ребята, помните, я вас спрашивал, какая тачка вообще перелетит? Вот я лично сделаю став,
ставки на вот этот вот Астон Мартин. Потому что он очень красивенький. Мне кажется, то, что он всех сегодня победит. Либо же на Поршак. Ребят, напишите комментарии, за кого вы голосуете в комментариях. Ну, а мы уже берем нашу следующую тачку. Это у нас McLaren P1. И так, давайте уже. Вот на McLaren, мне кажется, все же вот надо вот прям такого жесткого бустецкого дать. То, что прям вау! Так, ну 1000 километров, давай, 1000 километров. Так, 1300 максималка. Чё? Мы максималку у Макларена проверили. Так, 1300, и он прилетает, кажись, нет, он не, пока что лучший Хуракан, и Макларен у нас долетает до центра Лос-Сантоса. Вот тут вот где-то рядышком. Все, ребята, вот так его оставляем, и давайте, ребята, уже перейдем к нашей следующей машине. Так, ребята, в принципе, следующая тачка, это у нас гибрид BMW i8, и все. Вот тут я уже разозлился и готов уже просто рвать и метать. Так, давайте, вау, тихо. 500, 600, давайте еще раз гон. Так, 2000, давайте 2000. Сможем ли выцепить 2000 на BMW? Вау! Тихо. Сможем ли перелететь Хуракан? Сможем ли перелететь Хуракан? Ну, в принципе, у нас есть все шансы на перелет Хуракана. И это... Нет, ну хотя... Нет, ребят, все же нет, ребята, блин. Мы не перелетаем Хуракан совсем чуть-чуть. Вот он вот там стоит, короче. Но жалко, жалко то, что мы его не перелетаем. Он всего лишь-то вот тут вот в 50 метрах от нашего BMW i8. И давайте, ребята, уже перейдем к нашей следующей машине. Вот момент, которого мы долго ждали, ребята. Это у нас Aston Martin. И давайте, ребят, все, мы едем на нем, мы разорвем весь мир. И все, погнали, Aston Martin, давай. Давай, покажи нам мощь, покажи нам мощь. 1000 километров, это же не мощь. Давай мощь покажи. Вау, а вот это вот реально была мощь. Это реально была мощь, и он... Да ладно, он перелетит. Он реально перелетит сейчас, Хуракан. Да ну на. Да ну на, ребята. Реально он перелетел Хуракан и сделал лучший пока что результат. У нас, значит, пока что Хуракан второе место, Aston Martin у нас первое, и BMW i8 это третье место. И давайте уже, ребят, перейдем к нашей следующей тачке. Так, ребята, следующая тачка у нас другой Aston Martin. И давайте, ребят, все, поехали. И так, ну-ка, разгон, разгон. 500, ничего себе, он жесткий, ничего себе. А, его вертит, его вертит. Так, это плохо, это реально очень плохо. Так, но мы держимся. Вау, оу, щит, ребята, это было очень плохо. Мы это засчитаем за попытку, потому что я, честно, я уже пытаюсь какой раз его запустить, и он просто, он бешеный. Он реально бешеный, ребята, это его просто нереально им совладать. Он просто какой-то, ну, не знаю, блин, его реально как-то перетюнговали, можно сказать. И, блин, ладно, так как мы уже летим за второй тачкой, мы очень близко, я не буду делать срезку. И уже возьмем следующую тачку, это у нас будет Поршак. И, нет, давайте Поршак на потом, потому что многие знают, когда я вот еще снимал эксперименты, некоторые, да, там, блин, все же Поршак рвал все и вся. Так что, ребят, давайте вот так заезжаем на нашем Мерседесе и погнали, просто погнали. Я надеюсь, что Мерс... порвет все, и... Так, 1000 нормально. Так, Бустецкого! Вау! Вау! Вау, вау, вау! Мерседес прилетел все! Мерседес перелетел все, господи. И вот, смотрите, ребят, наша цель, наверное, сегодня перелететь, ну, хотя бы пустыню. Хотя бы до пустыни долететь. Но пока что, ребята, мне нравится этот результат. Он показал лучший из лучших. И давайте, ребята, уже перейдем к нашей следующей машине. Так, ребята, предпоследняя тачка, это Lamborghini Terza. И, ребят, самая вкусненькая. И, ребят, так... Ребята, у нас уже предпоследняя тачка, это Lamborghini Terza, и самая вкусненькая я оставил на потом. Это у нас Porsche Turbo R. Бля. Ну что, ребята, у нас уже Ну что, ребята, у нас уже предпоследняя тачка, это Lamborghini Terza. Ребята, очень крутая тачка, и самая вкусненькая я оставил на потом. Так что ставьте лайки и подписываемся на канал. Ну а я уже, в принципе, стартую на Ламби, и все, погнали, погнали. Чё так медленно? А чё так медленно, Ламба? Я тебе буду понемножечко бусата давать. Так, 500. Так, 540. Это максималка твоя, 540. Чё? А чё так мало? Чё так мало, ребята, реально? А, мы ещё врезались. Она низкая, господи. Капец, ну это жестко. Ладно, все же делаем ей Бусецкого. И, ну, допустим, на 500 она бы долетела до сюда. Ну, потому что реально, ребята, я уже какой раз это делаю, она просто врежает. Ну вот, 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 врезается просто и взрывается. Ну и, ребят, давайте уже перейдем к самому соку. Ребята, ну и под конец. Самая крутая, самая офигительная, самая быстрая тачка, это
Porsche Turbo S. Это просто, ребята, пушка-гонка. И поставьте лайки, подпишитесь на канал. Она очень, ребят, крутая. И я думаю, вас она не разочарует. Так что, ребят, все, мы уже можем ехать. И тихо, надо выровняться, надо выровняться. Так, 1000, 1300, 1700. Вау! Офигеть! Это, она горит, главное долететь, главное реально долететь. Ребята, мы перелетаем, да ладно. Офигеть, ребята, это просто жесть, это реально просто жесть. Мы пусты, давайте немножко, ну немножечко, пожалуйста, долететь. Она взорвалась, так, тихо, держимся, до воды, пожалуйста, давай. Так, да, она... все, ребята, офигеть, чтобы вы понимали, мы перелетели вот, ребята, вот отсюда, вот мы перелетели до сюда, это просто жесть, осталось всего лишь вот такой кусочек, это просто было жесть, это реально очень жесткая серия, ребята, так что поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте сейчас новый креативный комментарий, не забудьте про колокольчик, чтобы не сказать новенькие эксперименты. И, ребята, если вы хотите, ну, тоже эксперименты, то пишите об этом в комментарии и ставьте лайки. О боже, это была просто жесткая серия. На этом мы будем, ребята, заканчивать. Ставьте лайки еще раз, подписываемся на канал, всем удачи, всем пока!